Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня в моем видео цветущая фиалка, очень красивая, фантазийная фиалка с красивым названием «Ват утром». Вот спешу представить вашему вниманию прекрасную фиалку селекции Татьяны Вальковой «Ват утро». Фиалка с крупными, очень достаточно крупными цветами, с простыми цветами белого цвета, с фиолетовыми напечатками и обильными, разбросанными по всему цветку вот такими вот фантазийными горошками. Вот видно. Очень красивые цветы. Вот настолько фантазийный рисунок, что на одной розеточке совершенно разнообразные цветы. Есть вот с таким вот большим количеством белого. Вот этот еще не распустившийся бутончик, в основном такого вот сиреневого цвета, фиолетового, вот с таким крапом гороховым. Вот здесь очень хорошо видно горошек. Вот интересный цветочек с фантазийным рисунком. У него, у этого сорта, ну, вы заметили, окаймляющая пестролистность, пестролистная розетка, стандарт. Но мои фиалки на фитиле, поэтому она получается достаточно вот такая вот, ну, крупная фиалочка. Но за ее цветы вот эти вот, может быть, это не очень новый сорт, но я очень-очень люблю такие фиалки. И вот именно в этих фиалках есть все, что мне нравится. Во-первых, пестролистная розетка. Во-вторых, это цветы с фантазийным рисунком. Я их просто обожаю. Ну и в-третьих, мой любимый фиолетовый цвет. Я обожаю фиолетовый во всех его проявлениях. Фиалка, я не знаю, мне кажется, она беспроблемная фиалка. Единственное, что, может быть, вот к недостаткам можно отнести то, что, находясь на фитильном поливе, она очень вытягивает свои листовые вот эти вот черенки. И, ну, получается такая рыхловатая и большая розетка. Но меня это не смущает. Я наслаждаюсь таким прекрасным букетом. Вот тут еще очень много цветочков, которые не до конца раскрылись. Я обязательно сниму ее в полном раскрытии и вставлю видео. Видите, даже вот такие бутончики, как колокольчики. Очень красиво.